Привет, друг, с вами Дематерик Скул, и сегодня мы... Что за фигня со светом? Не ты? Что вырубилась? Тань! Пришло мое время. Пора вам научиться действительно чему-то интересному. Тому, что сделает не каждый, чтобы вы своей связкой буквально съедали соперника. Элемент первый. Хлопок под коленом. Набирая хороший отмах и заходя на замок, учитесь вылетать вверх. Затем старайтесь делать хлопок под коленом. В конечном итоге вы уже должны браться за турник. Что не сильно сложно, правда? В нашей связке надо взяться разнохватом. Но я думаю, что у вас не возникнет тут проблем. Элемент номер два. Он больше похож на связующее. Некая запятая между реальными элементами. Но все же, с разнохвата идете вперед и делая обычную санжировку, заходите на скрестный хват. В конечной фазе, при санжировке, левую руку двигаете дальше, а правую ставите в обратный хват. Дальше мы делаем перышко. И здесь важна скорость. Хотя бы раз 10 меньше моей. Теперь конкретики. Захлестывая ногами, тяните турник от пояса через все тело, стараясь не цеплять турник. Легче будет пробовать с прыжка. Главное сделать больше попыток. Четвертый элемент. Залет на чешский вас обучали, поэтому нажмите на подсказку, если не в курсе. Но здесь есть момент. Вам не надо поворачиваться, как это делают мейнстримовые воркаутеры. Мы поменяем хват на нижний, чтобы интересно зайти на следующий элемент. Здесь, как и в обычных чешских на 180, нужно дойти до пиковой точки, где вас не отнесет в сторону и не дернет вниз. Элемент 5. Задняя склепка. Хочешь сделать ее? Тогда идя назад, поднимай таз к турнику. И как только пошел вперед, после прохода под турником, выпрямляйся, садясь на турник. Шестой элемент потребует от вас умения гробика. Его объясняли в одном из предыдущих роликов, но здесь суть в развороте на 180 в упор. Изначально научитесь просто поворачиваться на 180, просто делая обычный гробик. Перед тем, как собрались прыгать, развернитесь и цепляйтесь за турник. В дальнейшем повышайте свой отмах, стараясь залететь выше. По итогу, когда вы поймете, что высоты хватает, придется хорошенько настроиться и наклониться вперед во время разворота, чтобы вы точно оказались в упоре, не слетая. Седьмой элемент, заключительный, соскок вперед на 180. Разумеется, чтобы сделать на 180, нужен сначала обычный, поэтому смело берете и ныряете вперед, прикрывая руками лицо, чтобы не влететь в турник. Если вы встаете на ноги, то пора усложнять. Заныривая вперед, закручивайте себя в удобную сторону и, помогая рукой, слетайте. Затем постепенно ее убираете. И это в целом все. Напоследок вам еще раз покажу, чтобы вы не расслаблялись и понимали, какой уровень вам необходим. Хочешь увидеть вторую связку от Венома? Тогда я хочу увидеть 100 лайков под этим роликом. А с вами были Дематерик Скул. Всем прогресса и до скорого.